Как-то вам звонил, тоже о футболе мы говорили не так давно. Вы мне сказали, что собираетесь, да, тоже в Россию приехать на чемпионат. Ну, пока непонятно. Может, только уже в конце, на третье, что буду в России, когда за третье в Питере будут играть. Сейчас пока все решается. Ага. Ну, то есть у вас нет, да, никаких опасений ехать в Россию, не ехать, потому что если... У меня-то вообще нет. Я же поэтому, у меня и в Питере все друзья, и сыны, так и я все хорошо знаю и понимаю, что это все такой ажиотаж, который не нужен, скажем. Ага. Ну, то есть вот сегодня, да, министр спорта Украины выступил, что рискованно. Это всегда уже выступает так, что непонятно, что то запретил всем спортсменам ездить, то это уже идет такая, как бы, ага. Уже... Хотя он к спорту никакого отношения не имеет, по большому счету. Ага. То есть все это политика скорее, вы все равно хотите приехать? Да, да. Ну, если да, у меня там, да, если официально я договорюсь, то тогда приеду в Питер, да. То есть, ага. Если там все будет такое. Понятно. А как ты на Украине это чувствуешь, что там чемпионат мира в России как-то не так освещается? Есть, потому что, ну, не освещается так, но я тоже вчера и на телевидении был дома, и на, ага, по радио, то есть все общаюсь, потому что все освещаю, поэтому и также, где я смотрю всегда, потому что я сейчас на связи со многими, ко мне уже и бразильцы прилетали сюда, уже приезжали, и англичане, и все, то есть все идет больше, конечно, на вот, как бы скажем так, ажиотажа просто нету, а вот так спокойно везде, где я смотрю, спортбары, все со мной люди смотрят, это, конечно, большие ожидания, тем более все болеют за разные команды, у меня знакомые. Поэтому чемпионат мира есть чемпионат мира. И никто этому из Украины, потому что сейчас эта тема обсуждается, тут я уже высказал на телевидении, уже 6 тысяч человек есть, то есть просто чемпионат мира в России. А, 6 тысяч человек? Поехали. Да, официально. Ну, поедет, да, кто зависит. Да, официально это, то есть. То есть это все вещи, которые надо понимать. Есть спорт, а есть другие дела. Ага. В основном за Россию, да, наверное, поедут болеть? Или за другие какие-то команды? У каждого своя? А? В основном за Россию, нет, да, поедут болеть? Или нет? Ну, кто как. Нет. Сейчас у кого какие, потому что предпочтения. Потому что все-таки будут больше, я думаю, поедут на финальную стадию. А Россия хорошо вчера... Да, вчера начал, но это хорошо чемпионат, потому что для меня тоже как бы неожиданность после всех этих. А сейчас, потом плей-офф будет, потому что, ну, как бы, я подозреваю, что все равно, честно говоря, я хоть тоже болею, но далеко не пройдем. А из группы-то выйдем, как думаете? Вот из группы выйдем, потому что после этого результата, и тем более, ну, тем более сегодня, хотя бы вот я тоже, если бы ничья вообще хорошо было бы, если бы Уругвай не добил Египет, и ничья вообще хорошо бы было. Да. А сейчас надо даже устраивать, в принципе, с Египтом и ничья, но я думаю, надо выигрывать, и все, и уже выход гарантирован из группы. А в составе сборной России, ну, кого вы выделите? Головина, прежде всего? Ну, есть Головину. Кстати, хорошим я смотрю сейчас в форме, потому что мало. Черышев вышел. Ага. Поэтому есть кому. И Дзюба, то есть кому играть. Даже так, нападение больше, которое уже кто забивать должен. А середина поля отрабатывает себе. И все это нормально. Просто соперник это еще Саус Карави, не тот, я помню, когда еще... Ага. Просто сборная чуть перед чемпионатом не те результаты показывала, скажем так. Ага. И как бы ожидалось с опаской. Ага. Да, я помню, сколько. В 6-м году, то есть сборная Украины тоже их 4-0 обыграла. То есть, ага, единственное, кого сильно обыграла. То есть они так и остались, в принципе. Сейчас у меня друг там, да, Серега Ребров тренирует, там говорит, там особо такого футбола нет. Поэтому. А, ну, в общем-то, и надо было обыгрывать их. Так, а вот да, их надо было и закрепить, что уже 5, это уже 5. То есть уже как бы по голам, уже если 4, ага, если даже не сейчас, скажем так, Тунисом, то уже, в принципе, чистое второе место. Ага. Потому что Тунис никогда не забьет столько мячей. Ну да. А то, что вот Головина сватают сейчас в Ювентус, не верите в это, что может туда поехать, все-таки не дотягивает он до такого уровня?
И все может быть, потому что сейчас уже как контракты, как бы все делается. Сейчас вот и как раз чемпионат мира еще утверждается, потому что все равно уже будут после разговоры все чемпионаты мира, скажем так. Большие трансферы будут. Но если есть предложение, если есть, пусть рассматривают. Тем более, как говорится, сейчас уже не та ситуация, когда потом не вернут. Если что, может всегда вернуться назад. Ага. Если не пойдет. Ну, там же, Александр, последний вопрос, да, возвращаясь к началу разговора. То есть вас лично никто там не отговаривает, там ехать в Россию, не ехать? Да вот. Никто тут вообще не отговаривает. Это так тоже. Знаете, у нас сейчас больше ажиотаж идет. Там, не я с Питером разговаривал, но со многими корреспондентами, ага. и там, и после игры сейчас буду давать интервью Испания-Португалия. Ага. Тут веду Испанию-Португалию, ну, группу буду вести, потому что испанскую. Вот. И никто, правда, тут иногда это все политики начинают, но я сказал сразу, это говорю, вы хотите рейтинги зарабатывать, не стоит. Чемпионат мира есть чемпионат мира. Кто хочет, тот едет. Ну да. Хорошо, Олег, спасибо большое, ждем вас в России, на чемпионате мира. Хорошего дня, спасибо.